Прежде всего, я должен извиниться за то, что я чувствую себя не лучшим образом. Меня зовут Сайто. Я сейчас проехал очень большое расстояние для того, чтобы удовлетворить мое давнее желание увидеть реальную демонстрацию техники айки-джу-джутсу. Здесь говорилось о том, что айкидо имеет в своей основе несколько древних боевых искусств. Однако я немного знаю об истории айкидо. Я думаю, что журнал айки-ньюс достаточно хорошо занимается этим. Я бы начал с того, что я слышал о сенсее Уисиба в имама Доджа. Это было давно. Я уже не помню точно, когда это было. Старый сенсей говорил нам, что в айкидо каждый из нас должен развить максимум из наших природных способностей, применяя принципы айки. Вот почему я считаю, что было бы естественно, если бы каждый человек имел свой собственный стиль айкидо. Более того, я думаю, что это показывает, как много направлений айкидо может появиться сегодня. Так как я не являюсь очень талантливым и, кроме того, был назначен смотрителем школы, я имею намерение давать студентам возможность наиболее полно развиваться в соответствии с их способностями в нашей школе. Когда я наблюдал демонстрацию техники Кашима Шинтарю, я понял, что айкидо охватывает большую часть технических приемов этой школы. Я убедился, что основатель Морихей Уисиба использовал значительное количество техники и принципов этого искусства при создании айкидо. Кроме того, во время наблюдения демонстрации Дайто-рю, я чувствовал, что это действительный и весомый элемент не только айкидо, но и японской культуры. Сохранение и передача Дайто-рю, показанной нам сегодня в форме, это источник гордости для японцев. Я был бы очень признателен, если бы вы смогли понять, как много основателей взял из искусства Дайто-рю по моей сегодняшней демонстрации. Хотя я не являюсь очень искусным исполнителем, я приложу все силы для того, чтобы выполнить технические приемы точно так же, как этому учил основатель. Я думаю о том, что делал бы основатель в той или иной ситуации, поступаю в точности так. Я могу видеть, что на стиле работы с мечом происходит от Кашима Шинтарю, но у меня нет ни малейшего представления о том, откуда произошла техника работы с палкой в айкидо. Я бы просил вас подумать об этом. А теперь мы начнем нашу демонстрацию айкидо. Я прошу прощения, но сначала мы выполним один ритуал, который мы постоянно выполняли на каждом занятии. Этот ритуал – дань уважения основателю, который, как мы считаем, поддерживает нас в нашем стремлении совершенствоваться на пути айки. Первая вещь, которую преподают студентам, начинающим изучение айкидо, это ханми, или стойка. Когда вы перемещаетесь вперед или назад, уходите влево или вправо, вы всегда принимаете стойку ханми. Как раньше, так и сейчас, во время обучения, каждая тренировка начинается с ханми, а также поворотов корпуса. Рассмотрим пример, когда противник захватил ваше запястье. Движение ног и поворот корпуса в этом примере являются основой для техники ура. Исходно мы стоим таким образом, что большой палец нашей ноги, выставленный вперед, находится прямо напротив большого пальца, выставленный вперед ноги противника. Затем мы выполняем поворот на 180 градусов. Это движение является самым легким и естественным уходом в том случае, когда противник крепко держит вас за запястье. Если выполнить этот уход неправильно, так как я сейчас показываю, то он требует чрезмерного усилия. Однако, если мы правильно выполняем движение, то необходим минимум силы, если она вообще нужна. Я не толкаю противника и не тяну. Это движение не требует приложения силы. Даже если мы немного повернемся, мы уже значительно ослабим захват и поведем за собой противника. Поэтому для начала нам необходимо научиться хорошо чувствовать противника, чтобы выполнять поворот, не толкая и не теня его на себя.
Этот поворот является базовым элементом техники «Ура». После выполнения захвата противник будет меня атаковать. Кроме того, возможно, атака еще одного противника сзади. Вот почему в ответ на его контакт я сразу же поворачиваюсь. Практики айкидо на всех уровнях начинают тренировку с отработки этого движения. Теперь рассмотрим три различных способа воздействия на захваченную руку. Сначала я наношу атеми в корпус противника, затем я захватываю его запястье двумя руками. Мы можем воздействовать на противника таким способом, как в приемах дайкё, либо таким способом, либо третьим способом. Мы действуем на противника различными способами в зависимости от выполняемого технического действия. Теперь вернемся к ситуации, когда противник захватил вашу руку. Если вы прикладываете силу, пытаясь столкнуть или потянуть противника для того, чтобы освободить свою руку, вам не вырваться. Что же вам делать? А что делать, если противников двое, и один из них наносит удар спереди, а другой сзади? Если вы попытаетесь вырвать захваченную руку, то у вас ничего не получится, и вы потерпите поражение. Основатель в этой ситуации выполнил бы поворот и посмотрел в том же самом направлении, что и противник, захвативший вашу руку. В те дни, когда я тренировался вместе с основателем, я старался, но не мог выполнить этот технический прием как нужно. Затем я понял, что я должен расслабить плечи и локти и должен почувствовать своего противника. Затем я должен повернуться для того, чтобы встать сбоку от противника, так же, как это делал основатель школы. Я поворачиваюсь и смотрю в том же самом направлении, что и мой противник. Это легко и не требует применения силы. Основатель говорил нам, что необходимо повернуться и держать наши руки параллельно рукам противника. Это не требует никакой силы. Поэтому, если меня захватывают таким образом, я просто поворачиваюсь. И мне не требуется силы, чтобы бросить противника. Если вас захватили два противника, то необходимо опять выполнить то же самое базовое движение. Если я приложу силу, то я не смогу вырваться. Если же я последовательно выполню базовое движение против одного противника, а вслед за этим против другого, то мне не надо прикладывать силу, и освободиться из такой ситуации становится вполне возможно. Пожалуйста, принесите меч. Я объясню вам направление приложения силы на примере меча. Посмотрите внимательно. Предполагается, что меч — это моя рука, он крепко держит этот меч. Если я попытаюсь потянуть или толкнуть его, у меня ничего не получится. Однако я могу сдвинуть этот меч очень легко, если изменю направление приложения моей силы. Это легко сделать вот так. Это также легко сделать таким образом. Если я попытаюсь действовать в этом направлении, он может нанести мне удар ногой. Наиболее предпочтительно и безопасно действовать в эту сторону. Вот почему даже в том случае, когда противник очень силен, это не является проблемой, если направить свое воздействие под нужным углом и в правильном направлении. Основатель школы говорил: повернитесь в ту же сторону, куда смотрит противник, держите руку параллельно его руке и посмотрите в том же самом направлении. Теперь мне хорошо понятны его слова. Раньше учителя не объясняли технику во всех подробностях. Они объясняли на словах только малую часть. Понять остальное было задачей тренировочного процесса. Там, где я пытался объяснить эту технику, всегда находились такие люди, которым мне не удавалось с помощью одних только слов объяснить эти движения. А сейчас мы продолжим показ основных движений. Мы начнем с защиты от шоманучи, такого же, как дайтарю. Основатель школы говорил, мы должны инициировать атаку противника. Я наношу противнику удар. Это тот же шоманучи. Если противник игнорирует мою атаку, то он потерпит поражение. Однако в реальной ситуации естественно, что противник реагирует на мое движение, и таким образом я заставляю его выполнить необходимые для меня действия. Основатель говорил, мы инициируем движение противника, а затем выполняем свою технику. Сейчас я делаю выпад из стойки ханми. Я провоцирую ответное движение противника, затем я вывожу его из равновесия и наношу толчок всем телом из положения ханми. После этого переход на удержание. В древние времена этот же прием выполнялся бы в более жестком и ударном варианте. Сейчас я попрошу моих учеников перейти к демонстрации техники икё-никё и санкё. Они еще ни разу не участвовали в подобных демонстрациях. Я прошу прощения, если они не очень профессиональны. They are not used to giving demonstrations. I'm sorry, they are not very skilled. Сначала демонстрация кё-мате от шаманучи.
Они показывают прием с правой и левой руки. Далее, тот же самый технический прием в варианте «Ура». Мы будем показывать эти технические приемы с положения сейдза, то есть сидя на коленях. Далее, никё омоте. А теперь никё в варианте «Ура». Это основные технические приемы, которые мы отрабатываем каждый день. Они выполняют эти приемы сейчас в точности так же, как и на ежедневных тренировках. Санкё омоте. А теперь ура техника. В айкидо, когда мы захватываем атакующую нас руку, мы скручиваем кисть противника таким способом. Или захватываем его руку таким способом. Мы практикуем оба этих способа. Второй способ мы применяем в том случае, когда не можем применить первый. Например, выполняя марате дори, мы также пользуемся первым способом. Когда мы выполняем это движение, нужно прижиматься к противнику очень плотно, не оставляя здесь никаких зазоров, иначе противник наверняка попытается освободиться. Выполняя технику в варианте омоте, я двигаюсь из этого положения вперед к противнику, нанося ему удар, а затем перевожу на бросок. В варианте ура я веду противника по спирали себе под ноги. Когда я бросаю его вниз, я делаю два шага назад, а затем перехожу на удержание. Мой контроль эффективен, потому что противник не в состоянии двинуться. Для мунадори или катадори, когда противник захватывает мое плечо или одежду, я всегда буду выводить его из равновесия таким способом. Когда противник атакует, я не позволяю ему выполнить захват, а развиваю его движение в том же самом направлении. Для атаки якомен также существует два варианта. Я могу встретить его таким образом, либо я могу пропустить его мимо себя и развить его первоначальное движение таким образом. Очень важно понять различие в этих вариантах действий. Если противник захватывает меня за одежду, то вслед за этим он наверняка будет атаковать. Так что если противник захватывает вас за одежду, вы должны действовать следующим образом, а затем переходить на контроль противника. Если противник сильный, то будет трудно убрать его захват. Но если вы просто сделаете шаг в сторону, то вы без труда лишите противника равновесия, а нанеся атаку, перехватите инициативу. В ситуации, когда противник захватывает обе ваши руки, он обычно наносит удар ногой. Если вы в этот момент повернетесь, то вы легко уклонитесь от его атаки, перехватите запястье и затем сможете бросить противника. Мы особенно подчеркиваем важность поворота корпуса в технике айкидо. Практически в каждом приеме необходимо выполнить поворот. Поэтому совершенствовать стойку, перемещение и повороты необходимо постоянно. Посмотрите еще раз. Противник захватывает запястье и вслед за этим наносит удар ногой. Вы должны повернуться на передней ноге, уходя от удара, затем захватить кисть противника следующим образом.
Захватить руку противника таким образом означает легко лишить его равновесия. Противник вынужден следовать за вами, потому что рука захвачена, и он не может ее освободить. Но если в этом движении угол залома его кисти неправильный, то противник сможет освободить свою руку. Вот почему в технике катагаеши, а также в других технических приемах с использованием болевого воздействия на суставы, так важен правильный угол и направление воздействия. Выполняя катагаеши, даже если вы достаточно сильны, но плохо чувствуете противника и воздействуете на его руку под неправильным углом, то вы можете потерпеть неудачу. Для того, чтобы контролировать противника в этом техническом приеме, наиболее важным является угол. Мы делаем поворот и выводим руку противника под правильным углом. Если угол правильный, то противник обязательно будет опрокинут. Поэтому можно говорить о том, что те бойцы, которые находятся в гармонии со своим противником и осуществляют свое воздействие под нужным углом, хорошо владеют айкидо. Возьмем, например, технику шиханаги. Нам не раз говорил основатель школы, что мы не сможем применить технику шиханаги против большинства тяжелых и рослых противников, если мы не лишим противника равновесия. Основатель говорил мне, что если я не могу выполнить технический прием правильно, то я должен попытаться сдвинуть противника с его позиции таким способом. Но даже таким способом я не смог сдвинуть с места сильных противников. Затем, в конце концов, мне было сказано, чтобы я заходил сбоку от противника. Основатель сказал мне, что не нужно заходить прямо спереди. Я попробовал и понял, что, используя этот способ, мне не нужно практически никаких усилий для того, чтобы вывести противника из равновесия. Теперь одну мою руку захватили два противника. Сколько бы я ни прилагал силы для того, чтобы освободить мою руку, мне не удастся вырваться. Однако, если оставлю на месте захваченную кисть, согну локоть и выполню поворот таким образом, вывести противника из равновесия становится вполне возможным. Вот почему, когда мне не удается воздействие вперед, я должен повернуться и воздействовать сбоку. Если я их толкаю вперед, они держат меня. Если я поворачиваюсь и действую таким образом, они гораздо слабее и неустойчивее. Вот почему, выполняя технику шиханаги, необходимо воздействовать на руку противника не так, а вот таким образом. Мы можем продолжать выполнять этот прием в течение всей нашей жизни, однако, когда мы попытаемся применить шиханаги против сильного противника таким способом, он может легко противодействовать нашему приему. Даже тот, кто имеет совсем маленькое преимущество в силе, может противодействовать такому исполнению приема. Основатель говорил, входите в прием сбоку и поворачивайтесь на 180 градусов, причем руки должны проходить над головой таким образом. Затем, даже если противник сопротивляется, мы можем легко вывести его из равновесия, нанеся удар ногой. Выполняя шиханаги, мы можем бросить противника в любую сторону. Если существует второй противник, то мы можем бросить первого под ноги второму, где бы он ни находился. Мы должны постоянно следить за вторым противником и контролировать обоих противников в одно и то же время. Мы можем бросить одного противника туда, где находится другой. Если второй противник находится сзади, мы бросаем первого ему под ноги. Если оба противника находятся спереди, мы опять бросаем одного противника на другого. Если второй противник заходит слева, то мы бросаем первого противника также влево. Или вправо. Если мы контролируем противника во всех четырех направлениях, то это значит, что мы можем контролировать и бросать противника в любом направлении. Таким образом, мы должны всегда иметь это в виду, выполняя шиханаги. Сначала мы заходим сбоку, затем поворачиваемся на 180 градусов, захватываем руку противника таким образом. Когда я понял это, мне стало гораздо легче выполнять этот прием. Когда руки противника согнуты таким образом, то он не может вырваться или сопротивляться. Это был прием шиханаги, который мы узнали от основателя школы много лет назад. Так.
Теперь я объясню нашу технику работы с мячом. Прежде чем перейти к этому, я объясню наш метод тренировки шаг за шагом. Например, мы отрабатываем какой-либо технический прием. Сначала мы нарабатываем базовый вариант вот таким способом. Выводим противника из равновесия и бросаем. Затем мы уделяем все внимание движению противника и используем его движение для выполнения нашей техники. Когда пройден этот этап, мы переходим к третьему уровню. Здесь мы стараемся не позволить противнику даже прикоснуться к нам. Таким образом, при отработке техники мы имеем три уровня или три этапа тренировки. Я покажу это на примере Муратеку Кюхо. Если я повернусь таким образом, то атака противника становится бесполезной. При этом мне не нужно использовать какую-либо силу. Нам говорили, что нужно двигаться вместе с противником, поворачиваться в ту же сторону, куда он смотрит, и наши руки параллельны его рукам. Нам говорили только эти три правила, но понадобилось много времени, чтобы все это понять. Становится гораздо легче выполнить технику, стоит лишь вспомнить про себя эти три правила. Используя эти три правила, становится возможным легко бросить противника из любой ситуации. Если противник захватывает нас сзади за обе руки, становится очень трудно освободиться. Основатель показал нам позицию Сунахами, в которой можно вывести обе наши руки вперед. Если вы будете действовать таким образом, то вам не понадобится использование силы. Я могу свободно двигать мои руки таким образом. Когда противник захватывает мои руки сзади, освобождаюсь следующим образом. Мы должны позволить противнику удерживать одну из рук и пользоваться при этом другой рукой. Очень важно, чтобы угол, под которым выполняется наше воздействие, был согласован с положением противника. Это становится все более и более важно по мере того, как мы продолжаем тренироваться. Также важно тренироваться поэтапно. Следующее техническое действие – ирими. К изучению ирими мы приступили тогда, когда, продолжая тренироваться под руководством основателя школы, мы отрабатывали технику, в которой противник действовал первым. Все реже и реже нам говорили, что почти во всех приемах мы должны начинать атаку сами и провоцировать противника. Около 50 лет назад основатель говорил нам, что мы должны открываться или поворачиваться в сторону, если противник атакует первым. Показанные ранее техники мы инициировали атаку противника, а затем также поворачивались в сторону. Это был тот способ, о котором нам говорили. Когда противник захватывает за одежду, мы также используем поворот. Когда противник захватывает оба плеча, мы освобождаемся таким способом, открываясь или поворачиваясь в сторону, скручиваясь и так далее. Все это важно. Когда мы тренируемся с мячом, первая вещь, над которой мы работаем, это слияние с противником. Противник атакует, я ускользаю в сторону. Это то же самое. Теперь сход в другую сторону. Это то же самое. Если я не сойду в сторону, то я попаду в ситуацию айучи, то есть взаимного убийства. Если закончить таким способом, это айучи, а это уже не айучи. Наши руки должны всегда быть перед нашим животом. Когда мы следуем этому правилу постоянно и поворачиваемся к противнику, то его меч никогда не достанет нас. Мы соединены со своим противником. We blend with him. Как было продемонстрировано в Кашима Шинтерю сегодня, мы также отрабатываем все эти виды движений. Здесь мы выполнили решающий удар. This is called Ichigeki no Henka. Это тачидори. А теперь нигеки ни хэнка. This is exactly the same.
Когда противник наносит мне удары мечом, я постоянно контролирую его. When the opponent strikes, I also strike. Then here I suppress the opponent's sword to thrust. Затем я поворачиваюсь. If the opponent thrusts this way, это будет также техника тачидори. Здесь мы оба толкаем друг друга мечами, затем я поворачиваюсь и бросаю его. Теперь противник заходит мне за спину. Я парирую этот удар. Затем он пытается атаковать снова. В этот момент я беру его под контроль. Это делается так, как говорил нам основатель школы. Я думаю, вы придете к своему собственному мнению по поводу истории Джо Айкидо. Так как у нас осталось очень мало времени, я буду краток. Основатель говорил нам, не полагайтесь на меч, когда вы взяли его в руки. Не думайте о палке, когда вы держите ее. Но если вы не сделаете выпад, когда у вас будет такой случай, или если вы не нанесете удар, тогда, когда появится эта возможность, то вы в конце концов потеряете контроль над противником. В этом состоит цель в тренировке с Джо. Прежде чем показать это, мы продемонстрируем 31 техническое действие с Джо, которое основатель школы оставил нам. Основатель создал эту технику, имея в виду все возможные ситуации. Посмотрите эту технику. Мы отрабатываем эти приемы в куми-джо, не изменяя сами эти движения. Мы покажем вам нашу базовую технику с джо. Number one. When the opponent thrusts, I escape to the side and thrust. The opponent parries before he is thrust and thrusts again. I parry the thrust and strike at the opponent's head. These sorts of attacks are included in Jo training. It's so noisy. This time I control his movement by throwing him. Это была наша базовая техника с Джо. Мы тренируемся с 6 часов утра каждый день. Есть еще много вещей, которые я хотел бы объяснить, но наше время заканчивается.
Давайте посмотрим Ирине. The opponent attacks me while I am standing behind him. Her hair is in the way. Я начинаю атаку. Противник блокирует ее. Затем я захожу ему за спину. В этой позиции нужно очень мало силы, чтобы опрокинуть противника. Его позиция очень слабая. Но если бы я попытался контролировать противника таким способом, то я бы проиграл наверняка. Он может вырваться. В этом случае я могу выполнить куминаги. Это одна из базовых техник. Выполняя Ирими, я всегда захожу за спину противника. When the opponent grabs one hand or both hands, if I open or turn my body to the side, когда противник захватывает одну мою руку или обе мои руки, я могу действовать таким способом. His hands will also come loose. Или же таким способом. There are Имеется много вариантов в Ириме. Например, такой вариант. Я вывожу противника из равновесия и могу действовать таким или таким образом. Когда противник захватывает мою руку, я могу освободиться этим способом, а также в другую сторону. Существует много способов выполнения Ирими. Когда противник делает выпад, я контролирую его таким образом. Вот почему мы всегда подчеркиваем важность использования поворота корпуса. Это было то, о чем говорил основатель в давние годы. К сожалению, время нашей демонстрации закончилось. Большое спасибо. Thank you.